Для многих школа является самым светлым временем жизни. В Петропавловске прошла встреча выпускников Карагудинской средней школы через 48 лет после ее окончания. Подробности в следующем материале. В 1974 году 33 ученика окончили Карагудинскую среднюю школу района Макжана Жумабаева. Каждый из них покинул просторы родного села и отправился грызть гранит науки в вузах страны. Среди них есть и те, кто привнес неоценимый вклад в развитие и процветание не только родного села, но и области, а также республики в целом. Каждый из нас, слава богу, нашел свой путь после окончания школы. Я помню нашу первую встречу, тогда мы еще были маленькими. Сейчас все по-другому. Сегодня я встретился уже с успешными людьми, у которых есть семья, дети и даже внуки. Стоит отметить, что это первая встреча выпускников. Раньше они поддерживали связь по телефону. Мурат Бекетаев вот уже 35 лет живет в городе Атрау. Он долго мечтал об этом дне. Мужчина с особой радостью вспоминает школьные времена. К слову, сейчас Мурат ага отец четверых детей. Наш класс был очень дружным. Каждый из нас был готов протянуть свою руку помощи. Я благодарен учителям за их благородный труд. От школы у меня остались только хорошие воспоминания. 48 лет прошло с момента окончания школы, однако звонок будто еще вчера оповещал их о начале урока. Выпускница школы Камиля Алибаева всегда была очень активным ребенком. Таким она и запомнила своим одноклассникам. Среди нас были талантливые дети. Кто-то пел, а у кого-то хорошо получалось танцевать. Мы всегда помогали друг другу в учебе. За небольшой период времени стали одной большой семьей. К слову, следующую встречу они планируют организовать через 20 лет. Малика Кайрат, Анатолий Беланок, служба новостей.